Выбраться за долгое время. И мы приехали в Никола-Погост. Какая красивая церковь. Никола-Погост является одним из самых древних селений Городецкого района, расположившись в очень красивом месте на слиянии реки Узолы с Волгой. Удачное расположение рек и дороги между городцом и Нижним Новгородом способствовало быстрому развитию села. Здесь ремонтировались суда, сплавляли лес для балахнинских соляных заводов. Расцвет Никола-Погоста связан с Макаревской ярмаркой. И в это время в селе возводят деревянную церковь Спаса Преображенскую, символ рассвета и процветания. Спаса Преображения и Владимирской Божией Матери. Сейчас обойдем, все посмотрим, пофоткаем. Как всегда, красотища просто. Да, и старинное видно, что вот этот квадрат широкий, да, низкий, церкви. И ограда здесь вот такая вот, колоннами когда-то была. В конце 18 века Никола-Погост становится вотчиной известного русского дипломата и полководца Николая Васильевича Репнина. И от него переходит к Сергею Григорьевичу Волконскому. С 1811 года земли Никола-Погоста принадлежат князю Николаю Григорьевичу Волконскому Репнину. Усадьба Репниных-Волконских не числится культурным наследием Нижнего Новгорода. Это комплекс, в состав которого входит главный дом, людская и парк. Вот сейчас я подхожу к этим домам, к этим постройкам. Дом управляющего надстроен. Вот он сверху надстроен. Карнизы уже утрачены. Людская разделялась на две половины. Вот она, на мужскую и женскую. Сохранилось крыльцо. Нет, крыльцо уже не сохранилось. В восточном направлении от господского двора существуют остатки пейзажного парка. Так, мы погуляем здесь и посмотрим. Может быть, и найдем эти частички парка. Там сосны, по-моему, должны быть. Все сооружения усадьбы расположены на склоне озера Княжье. Это старое русло реки Волги. И все строения усадьбы примыкают к церкви. Ну, тут кто-то живет, видимо, потому что есть двор. Сейчас мы проходили, видели, что церковь обнесена кирпичной оградой.
эта ограда отношение имеет к усадьбе Репниных-Волконских. Она появилась благодаря участию последнего владельца, Василия Николаевича Репнину. Церковь Спаса Преображения строили 7 лет. Начали весной 1753, и главный престол был освящен в 1760 году. Строительство велось целиком на средства прихожан. Здесь были ворота. Красивая, огромная колокольня. Еще я слышала, из-за того, что построили новую дамбу, переживают, что обрушится церковь, потому что склон спускается вниз. Надеюсь, что что-то предпримут и сохранят такую красоту, потому что колокольня огромная, мощная. Она стоит очень близко к реке. Посмотрите, какой вид. Вот уже обрыв. Склон опускается. Колокольня была построена 2 годами позднее и приобретает явные черты классицизма. На колокольне были установлены 5 колоколов, и самый крупный весил 11 тонн, другой 9 тонн. Отливались они во враге в деревне Бурково. По тогдашним воспоминаниям жителей, звон самого большого колокола был слышен даже в Нижнем Новгороде. Но из-за анонимного доноса, что в колоколах находится серебро, они были пущены на переплавку, а самый тяжелый 11-тонный колокол, когда спускали, наполовину ушел под землю. Колокольня до сих пор является самой высокой постройкой села и хорошо видна издали. К восточной стороне раньше колокольне примыкала деревянная конюшня и погреб. Раньше был на колокольне шпиль, но РПЦ, которой колокольня была передана еще в 90-е годы, за ним не ухаживала, и он обрушился. Горны любят такие старые места. Они живут в колокольнях. Красиво странно пойдем. Вот так по кругу, не в каждый. Да, по кругу. Давай. Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери был выстроен как зимний храм рядом с Холодной, Спасо-Преображенской, в 1788. Камень для гранитных полов был привезен из Рима. Церковь выделяется декоративными элементами в стиле провинциального барокко. Древнейшее село Нижегородского Поволжья. В 1865 году группу церковных зданий обнесли кирпичная ограда прямоугольной формы со скошенными углами, с тремя каменными воротами и коваными железными узорчатыми воротами на каменных столбах. По воспоминаниям старожилов, еще в начале 20 века, во время больших церковных праздников, на них по всему периметру устанавливали горящие факелы. Главные ворота с укрепленной на них иконой нерукотворного образа Спасителя получили в народе название «святые», «святые ворота». Северные ворота выполняли в искусственном методом художественной ковки, дату постройки 1865 год, а также надпись «Милосердие двери». «Отверзи нам можно отчетливо». Чё? «Милосердие двери, отверзи нам». Калитка с западной стороны вела к деревянному зданию сторожки, стоящей на откосе вне церковной ограды. Строили ограду местные жители, один из них – Медведев Крёков. И также есть дата постройки на самих кованых воротах.
надпись вот. Милосердие дверей отверзи нам. Знаменитые землевладельцы Никола Погоста, Николай Васильевич Репнин. Так, жена, видимо, Наталья. Григорий Семенович Волконский, генерал кавалерии. Николай Григорьевич Репнин Волконский, военный деятель, государственный деятель эпохи наполеоновских войн. Василий Николаевич Репнин, чиновник Министерства иностранных дел, князь. Владимир Анатольевич Брянский, русский генерал. Генерал-адъютант. И Анна Владимировна Щербатова, Бретинская. Базарная, 19 век. Улица Базарная, 1960. Подойду к воротам. Остатки кованых ворот. Часть уже упала и даже никто ее не поднимает. И тут густые елки посажены. Сколько шишек. И вот уже падает. Ворота падают. Поставили здесь подпорку металлическую. Строили площадку здесь. Я, конечно, против. Но это очень часто делают. Почему-то детские площадки около церквей. Вот такие ворота со стороны дороги. Очень красивый комплекс. Впечатляет. Тишина, весна, тепло. И все такое старинное и мощное. Вот на видео это не видно никогда. Насколько мощные эти церкви. Это не то, что строят сейчас. Мощные большие колонны наверху. Храм закрыт, поэтому внутри посмотреть на росписи невозможно. А чуть-чуть в щелку вижу, конечно. Но там везде внутри леса стоят. Такой тоже вот этот вот интересный старый домик с крыльцом. Видно, что туда вставлялись флаги или что-то. Культ товары. Здесь памятник стоит. Так интересно построено. С навесиком.